Я начну нашу экскурсию здесь, во всемирно известном парке скульптур Кантерлота. Эта скульптура символизирует дружбу. Внимание, мои маленькие пони! А это, в свою очередь, символизирует победу. Было бы здорово иметь такой знак отличия. Да. Если бы ты действительно была победительницей в чем-то. Так нельзя говорить. Ты что, все знаешь? Девочки, взгляните, а это особенно интересная статуя. Что вы можете о ней сказать? У нее когти орла. И лапа льва. И хвост змеи. Это существо называется драконикус. У него голова пони и части тела многих других животных. И что эта статуя символизирует? Путаницу! Зло! Беспорядок! Это не беспорядок, глупая. Не называй меня так, мне не нравится. Все равно это беспорядок. А вот и нет. Вы обе ошибаетесь. На самом деле вы все правы. Эта статуя символизирует раздор, то есть отсутствие гармонии между пони. Кстати, вы трое отлично продемонстрировали нам, что такое раздор, и поэтому вы напишете сочинение с объяснением этого. Пойдемте, больше никаких ссор. Путаница! Зло! Беспорядок! Зло! Милая пони, милая пони. Волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи Лорен Фауст. Продюсер Сара Уолл. А ну, вернись! Возвращение гармонии. Часть первая. Что это? Автор сценария М. А. Ларсон. Сладкая вата? Секунду! Дождь должен был начаться завтра! Почему ты... Режиссер Джеймс Вути Вутон. Идешь. Такое с дождем. Это шоколад? Вернее, шоколадное молоко. Такая погода сейчас по всей Эквестрии. Над Клаусдейлом бушует буря из газированной воды. Но не бойся, я не оставлю вас, пока не наведу порядок в Понивилле. Почему вы хотите это остановить? Я слышала о твоей беде, Эпплджек, и решила узнать, могу ли я тебе чем-нибудь помочь, при этом не промокнув и не испачкавшись, и не убирая зонт. Флаттершай, сделай что-нибудь! Нет, Энджел, ты не должен! Нет, это невозможно, нет! Мне это только кажется! Не волнуйтесь, новое заклинание все исправит. Меня постигла неудача. Что теперь делать? А, смириться. Спайк, искорка что-нибудь придумает. Значит, план Б. Радуга, сможешь собрать все облака на небе в одном месте? Эпплджек, мне нужно, чтобы ты опустила эти грозовые облака вниз к земле. Ой, надеюсь, ни одно животное не увидит эти вкусные облака из шоколада и сладкой ваты. Так не хочется ими делиться. А, только для нас с тобой, сестренка. А? Эй! Когда закончите с этим, получите на десерт попкорн. Видишь, Спайк, никогда нельзя сдаваться. Нет ничего невозможного, если все делать сообща.
Вперед, девочки! Принцесса Селестия немедленно хочет видеть нас в Кантерлоте! Принцесса Селестия, мы уже здесь! Спасибо, Искорка. Спасибо всем. Это из-за погоды, из-за странного поведения животных. Что здесь происходит? Почему моя магия бессильна? Неужели? Следуйте за мной. Я позвала вас сюда по делу чрезвычайной важности. Судя по всему, мой старый враг, которому я нанесла поражение много лет назад, вернулся. Его зовут Дискорд. Дискорд — коварный дух раздора. До того, как мы с сестрой бросили ему вызов, он правил Эквестрией, принося тревогу и несчастье. Мы видели, какой ужасной была жизнь пони, пегасов и единорогов. Поэтому, открыв элементы гармонии, мы объединили наши усилия, восстали против злодея и превратили его в камень. Отлично, принцесса! Я думала, что заклинание, которое мы наложили, остановит его навсегда. Но с тех пор, как связь с элементами пропала, заклинание потеряло силу. Связь пропала? Это башня Кантерлота, в которой хранятся все элементы с тех пор, как вы их вернули. Я хочу, чтобы вы вновь объединили элементы гармонии и помешали Дискорду ввергнуть Эквестрию в вечный раздор. Почему мы? Почему вы? Посмотрите, мы знаменитости! Вы шестеро показали всю силу элементов, победив могущественного соперника с помощью магии вашей дружбы. Несмотря на то, что когда-то мы с сестрой владели элементами, именно вы контролируете их силу. Именно вы должны нанести поражение Дискорду. Принцесса Селестия, вы можете положиться на... Одну секундочку! Друзья, весь этот беспорядок начался с шоколадного дождя. Шоколадного дождя! Не слушайте ее, принцесса. Ваше поручение — большая честь для нас. Вы можете взять элементы, я заберу шкатулку. Не бойтесь, пони. Я уверена, что вы сможете одолеть Дискорда с помощью этого. Этот зал защищен заклинанием, которое могу знать только я. Непонятно, как... Непонятно? Разве интересно, когда все и так понятно? Дискорд, покажись! О, ты скучала по мне, Селестия? Я скучал. Очень одиноко в каменном заточении, но ты этого не знаешь, потому что я не превращаю пони в камень. Хватит! Что ты сделал с элементами гармонии? О, я просто позаимствовал их ненадолго. Тебе не пройдет это даром, Дискорд. Совсем забыл, какой жестокой ты можешь быть, Селестия. Это довольно скучно. Эй, никто не смеет оскорблять принцессу! Радуга, известная своей верностью, это тот элемент гармонии, который ты представляешь. Точно! Я всегда буду верна принцессе! Еще посмотрим. Я не верю, что мы тратим время, разговаривая с каким-то окном. Красавица Рарити, представляющая элемент благородства, если я не ошибаюсь. Ну и что, что ты в курсе, кто мы? О, я знаю куда больше, честно, Эпплджек. Значит, ты знаешь и нашу силу. Да, Искорка, твой элемент наиболее могущественный и неуловимый. Магия, Флаттершай — доброта, а Пинки Пай — моя любимица. Пинки. Он стоит на твоей голове. Говори без уверток, Дискорд. Что ты сделал с элементами гармонии? Ох, как скучно, Селестия, честное слово. Ладно, я скажу, но только... по-своему. Чтобы все элементы вернуть, придется понять изменения и суть. Повороты, изгибы повсюду насквозь. Найдешь элементы, где все началось. Теперь можно идти домой? Что он имел в виду? Повороты, изгибы, где все началось. Повороты, изгибы. Повороты, изгибы.
Повороты и изгибы, точно! Дискорд спрятал элементы в дворцовом лабиринте. Удачи, маленькие пони. Судьба Эквестрии в ваших копытах. Спасибо, принцесса. Мы не подведем. Должны туда зайти? Нет. Дискорд совершенно забыл о моих крыльях. Я полечу туда, и мы вернем элементы. Мои крылья! Твой рог! Мой рог! Увидели бы вы свои мордашки! Прелесть! Верни наши крылья и рога! Получите в свое время. Я взял их, чтобы не было обмана. Видите ли, первое правило нашей игры — не летать и никакой магии. Первое правило? Второе правило — участвуют все пони, иначе конец игре. Я побеждаю. Удачи вам, пони! Не бойтесь, девочки, мы же вместе. Да, как сказала Искорка, нет ничего невозможного, если все делать сообща. Что ж, девочки, мы справимся. Вместе! Спокойно, девочки. Все как можно быстрее на середину, а там все решим. Вперед! До встречи! Увидимся! Что? Где? Почему? Что это значит? Где я? Кто вы, хранители рощи истины? Можешь задать нам... один вопрос. О прошлом, будущем или настоящем? Но учти. Истина не всегда приятна. Ну хорошо. Это яйца выеденного не стоит. Но мне совершенно не нравится этот дискорд. Как же мы справимся с нашим заданием? Хочешь знать, что впереди? Что ж, нагнись и погляди. Надеюсь, я вас больше не увижу. Я тоже. Что ж, ладно. Договорились. Нет, нашей дружбе конец. Не может быть, это неправда. Нет. Когда истина только... сердце терзает. Рожь иногда хранит и спасает. Эпплджек, наконец-то! Мне показалось, что я слышала голоса. С кем ты говорила? Я говорила... ни с кем. Уж точно не с пони. Что? Ничего. Пошли. Нужно идти. Подожди, Эпплджек. Брось, Искорка. Эпплджек не обманет. В жизни не видела такого сада шариков. Это первый сад шариков, который я когда-либо... Эй, что такое? В чем дело, Пинки Пай? Я думал, ты любишь хороший смех. Это другое. Смеются надо мной. Это то же самое. Друзья смеются над тобой все время. Они смеются со мной, а не надо мной. О, правда?
Хватит смеяться надо мной! Пинки Пай, а я думал, смех делает тебя счастливой. Счастливой? Ну уж нет! Пинки Пай, мы рады тебя видеть. Вот как рады! Решили посмеяться! Пинки? Что ее так огорчило? На нее не похоже. Я не заметила в ней ничего такого. Странно. Надо торопиться, пока это напряжение не сказалось на всех. Я готовилась к аудиенции у принцессы, а не к спортивным соревнованиям. Ой! Сегодня твой день, Рарити. Ты нашла в Эквестрии вещь, которая может сравниться со мной по красоте. Ну как, нравится? Да, мне очень нравится. Нет, нет, я не поверю всем этим выдумкам. Я должна поскорее встретиться с другими. Ну что ж, Рарити, для этого потребовалась целая вечность. Кто знал, что три камешка превратятся в этот огромный красавец-бриллиант? Теперь я отнесу тебя домой. Рарити, мы рады тебя... Зачем тебе этот булыжник? Что значит булыжник? Это большой, красивый, сияющий камень-бриллиант. И он только мой. Нечего на него глазеть. Я нашла его, и он принадлежит мне. Хорошо, я смогу, я смогу. Минутку. Бабочки, стойте, не оставляйте меня. Флаттершай, кажется, твои так называемые друзья бросили тебя. О, нет, я уверена, они пытаются найти меня. Наверное, печально сознавать, что они считают тебя слабой и беспомощной. Вовсе нет. Я действительно слабая и беспомощная, и я ценю их дружбу. Да, но тебя не может не обижать, что они все время указывают на твои недостатки, верно? Это вовсе не так. Думаю, что мне очень повезло, потому что у меня есть друзья, которые хотят, чтобы я была лучше. О, хватит! Ты слишком долго была доброй, пора стать злой! Арриведерчи! Флаттершай, наконец-то мы тебя встретили. Этот жуткий лабиринт всех изменил. Бо-бо-бо. Почему бы тебе не использовать свой волшебный рог и все исправить? Именно. Ты не можешь. У тебя его нет. Что это случилось с моими друзьями? Зачем это ты смеешься? Неважно. Помогите мне! Спасибо, Искорка. Пожалуйста, Рарити. Но не рассчитывай на мой камень. Я знаю, где ты живешь. Теперь не уйдешь, элемент. Понятно, почему ты так любишь облака. Очень мягкие. Быстро слезай! Давай! Ну, давай же! Эй, я здесь, чтобы вручить тебе послание. У меня тоже есть для тебя послание. Слушай внимательно, это важно.
Сейчас ты должна выбирать. Ты можешь выиграть или проиграть. Надеюсь, ты понимаешь меня. Основы дома рухнут без тебя. Клаудсдейн рушится без меня? Нет! В этой коробке твои крылья. Ты можешь забрать их и выйти из игры. Или будешь все так же бесцельно бродить по этому лабиринту. Выбирай. Нужно найти радугу. Как команду, нас невозможно победить. Я верю, что радуга не подведет нас. Смотрите, радуга улетает. Она бросает нас. Я уверена, это неправда. Не может быть! Так, так, так. Кто-то нарушил правила о крыльях и магии. Игра окончена, Бонни. Вы не нашли свои драгоценные элементы. Кажется, пришло время устроить здесь настоящий беспорядок. Продолжение следует.